Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ И за те усилия, которые прилагаются для того, чтобы Африканский Союз занял свое достойное место в группе 20. Ваше высокопревосходительство, дамы и господа, странами глобального юга. И постепенное расширение нас независимо от уровня их развития. Поэтому мы должны прислушиваться голосам всех чьих организаций, что не позволяет этим странам также идти в ногу с повесткой дня, которой сегодня руководствуются многие страны в мире. В целом, можно сказать, что необходимо разработать новый устав финансирования развития, который был бы более гибким.